Хаджа съедает соседский пирог. Пришел на средин вечером домой и сразу почувствовал, что у соседей на ужин приготовлено что-то вкусное. Тогда он сказал жене: «Давай выбежим на улицу, я сделаю вид, что бью тебя, а ты кричи погромче». Так они и сделали. На шум прибежали соседи и спросили: «Насреддин, за что ты ее бьешь? Как же ее не бить? Я пришел с работы, а дома ни крошки еды. Оставь жену в покое, идите к нам, мы вас угостим пирогом». Хаджа с женой пришли к соседям. Насреддин сразу сел поближе к пирогу и стал потихоньку отщипывать кусочек за кусочком. К тому времени, как их пригласили за стол, он съел уже порядочный кусок. Хозяйка поняла, в чем дело, и поставила пирог обкусанным концом к Хадже. Тогда он посмотрел на жену и сказал: «Как же я тебя ненавижу! С удовольствием голову бы тебе открутил! Вот так!» И он повернул блюдо нетронутой стороной к себе.